Итак, большинство Миловзоров, Комаров, Союстов, Гуркин в большинстве у новосибирцев и Шаров играет на позиции защитника. Однако финны очень быстро вылетают в чужую зону. Это ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, скленечка. По-моему, зарядил по шайбе. Она влетела, попала в сятри, а потом взлетела в воздух и опустилась прямо у него за спиной. Там в этом праздновании кого-то из сибиряков еще обидели в углу площадки. И небольшая заварушка у нас возникла. Давайте еще раз смотреть. Скленечка бросил. Да, сятри потерял ее из виду. Ошибка, к сожалению, голкипер новосибирской команды. Просто ошибка. И получается, что Йокерит забрасывает свою первую шайбу в этом сезоне в меньшинстве. Как все быстро повернулось не в пользу новосибирской команды в формате 4 на 5. Забивает шайбу финская команда. Скленечка. Первый гол и первый балл в этом сезоне. Поздравляем чешского защитника, 24-летнего игрока третьей пары.